Блядь, ну нахуй! Ебать, я спину ебался, как тут узко! Пиздец! Ай, блядь, вот это была информунда НРК. Во-первых, НРК, не НРС или НПКС. Какую-то хуйню пишете. И во-вторых, инфра-НРК. Не инфра-РК, а именно Н. Не забывайте вот про этот Н. Инфрамунда Н Ромпе Колумнас. Ну, написать вы уже, блядь, сами обязаны без ошибок. Рекомендуется уметь элемент Ромпе Колумнас для инфры НРК. Единицы людей смогут затащить инфру НРК, не умея вот этого упражнения. Кстати, да, перед инфру НРК лучше пару раз разомнитесь вот этим, то, что сейчас я вам покажу. Короче, суть такова, берете чалита, хват, и заворачиваетесь в невеладу. Из чалита, хвата в невеладе раскручиваетесь желательно до конца. Но здесь узко, я не смогу, наверное, прокрутиться до конца. Реально узко. Вот. И дальше по возможности раскручивать их. И так пару раз. Это хорошо разогревает перед любыми РКшками. Сейчас я вам покажу один способ, довольно быстрый и эффективный, благодаря которому вы быстро выучите инфру НРК. И вот так, по чуть-чуть, потихонечку поворачивайте, еще ближе и ближе к нижнему хвату. Начинайте сбоку заходить, вот так. Потом, чуть-чуть, на пару градусиков приближаетесь уже к такому положению. Итак, как вы заметили, когда вы начинаете боком и сначала через халяву выполняете инфру НРК, ваша невлада находится вот здесь, именно боком. То есть здесь голова, тут ноги. Вот так. Вот, да? Это когда вы халявничаете. Когда вы будете приближаться к оригинальному и басовому исполнению инфры НРК, ваша невилада отсюда переместится ровно вот так. Вот, это получится у вас вот тут невилада. Вот когда невилада у вас будет параллельно грифу, вот здесь находиться, а не вот так сбоку, то значит все, вы красавчики, вы научились инфру НРК. Фух, блядь, еле объяснил. А чтобы ваша невилада при раскрытии была вот именно тут и параллельно турнику, а не сбоку, как вы поняли, хват при раскрытии должен быть у вас именно чалита. Иногда, конечно, инфру НРК делают вообще в овер чалита раскрываются, но это уже не обязательно. Вот, то есть запомните, что при раскрытии хорошей инфры НРК у вас должен быть уверенный чалита хват. Еще один важный момент. Не раскачивайтесь никогда вот так. Вы так точно не затащите инфру. Главное – прогиб. Ваши плечи назад, грудь смотрит вперед. И сильно прижимаетесь. Спина должна прижаться к вашему хвату чалита в невеладе. Она не должна уходить. Здесь важен именно рывок и раскрытие. Можно затащить спокойно инфру НРК без какой-либо сильной раскачки. Вообще забудьте про сильную раскачку. Вы должны уметь прогибаться. Гукасян! Но ты же сейчас снял типичный выпуск «Гукасяша поможет по инфрамунде Энромпе Колумнас». И чё это? И где же твоё бомбануло? Спросит сейчас практически каждый. Сейчас я вам покажу, уёбки. Блять, у меня дома гриф, там узко, стены мешают. Я коленки побил, пока снимал ебаные...
выпуск, обучалку. И я там все равно докручусь до конца. Хотя бы 360 градусов. У вас, блядь, улица. Дохуя пространство, свободно. Ничто не мешает, никакие стенки. И вы там не докручиваетесь. Ставь ты флажок свой, ебаный. Вашу мать. Ненавижу, кто так делает. Ненавижу. Любой ромбоколумнос элемент, он открывает вам такой шанс прокрутиться на более 360 градусов. Хоть на 540. Вы столько можете крутиться, а вы ставите флажок. Вы просто закрываете этот шанс. Нахуя? Ёбки вы просто невозможные. Ненавижу вас. Просто ненавижу. Нахуя? Нахуя? Ну нахуя это делать? Ваша мамашка родила вас не для того, чтобы вы так рано ставили флажок на РК-элементах. Ёбаные РКшки! Нахуя вы это делаете? Скажите, блядь! Просто скажите, нахуя вы это делаете? Нахуя вы это делаете? Вообще, как бы, я нормальный. Ну, просто бывают иногда такие моменты, и из-за некоторых уёбков у меня хорошо